Так, вот это вот у нас донфинги стоят. Все донфинги, самосвалы, кама, что за кама, блядь. Донфинги. Так, вот этот донфин стоит 56 тысяч юаней. Со спальником. Так, вот это маленькие. Это маленькие кама. Кама. Так. Вот этот стоит у нас 106 тысяч. 106, да. Ну это старого 2006 года. Вот этот донфин у нас стоит. Сколько? 121, да, тысяча? 121. И вот этот у нас сколько стоит? А? 76, да? Да. 76 тысяч. 76 тысяч. Как бы пятитонник, блядь, слава яйцами. Так. Вот это. Вот этот стоит у нас. Тоже, блядь. 106 тысяч. 106 тысяч. Так, у нас салончик там. Спальничек. Все дела. Закрыто. Так, это мы вот его подняли. Сейчас, подожди. Я хочу мотор. Вот двигатель. Моторчик Каминс, американский двигатель, стоит 106 тысяч юаней. Так, вот это ну, чудо и чудес, джак называется, бортовой, блядь. Ну стоит, блядь, копейки, сука, 86 тысяч. Блядь, а чё бак маленький такой, ёб твою мать. Так, резина 750 на 16. Так, мотор посмотрим, глянем мотор, блядь. Так, моторчик у нас без турбины, блядь, без интеркулера. Так, гидромуфты тоже. Гидромуфты нету, блядь, ёбаный ваш рот, нахуй. Так, что у нас еще здесь? Так, гур. Гур стоит. Кондиционера нету, да? Кондиционер нету. Кондиционер это заказ. Кондиционера нету. Вот она, блядь, стоит. Вот нахуй она нужна. Если тент только, блядь, ей припиздечь. А тента нету? Вот это вот широкая кабина, да? Это широкая или узкая, блядь? Это маленькая кабина, да? Да, маленькая. Это маленькая кабина, блядь. Маленькая кабина нахуй не нужна. Ладно.